Так, Витя начинает экшен. Застрял. Раскачивают. Нужно произвести анализ. Понятно. Покрутить рулем. Не, у нас это колесо сильно залипло. Ну вот, оно нам. Давай, попробуем. Чуть вперед и коксу назад. Назад! Назад! Ты вперед едешь! Давай назад толкать. А вы в бок. Ты под нарыв уже так, что уже. Та сторона провалилась. Давай, назад давай. Попробуем втроем. Раз, два, три. Вперед. Не, назад. Так чуть вперед. Двинься. Давай вперед. Не. Ладно, хорошо. Хайджек доставай, будешь работать хайджеком. О, точно, точно, спасибо. Так, вот сейчас я буду работать хайджеком. Ну как? Как нежно. Серёжа. Слышь, а зеркало потеряли, видел? Какое? Бля. Вот оно, новое. Блин, сложил его, как родное. Фонари, фонари. Да, подвесочка заработала полегче по сравнению с тем, что было. Так нас укачало на той неделе. Да, тут хорошее место. Все, в обратный путь. Дождь начинается? Да. Где ты видишь? Ну вот, на стекле и на голове. Не застрянем мы. А ты ударился? Да третий палец, вот он. Бля, я ж посинел, ты видишь? Ага, да. Вот эта херня, которая сзади мой фаркоп. Да, да. Вот я так открыл ее, понял? И на нее облокачиваюсь, и палец попадает, я на нее облокачиваюсь. И прям, ну короче. Закрывается. Закрылась, да. Где там все это? Мы, наверное, мы застряли опять. Я рано сел. Хорошо пошли. Четко идет машина. Слышишь, Руслан, а вот сюда вот дорога уходит влево. Куда это? Ну, на грунтовку. Ну, мимо танка. Просто по лесу. Да? Угу. Может, туда, к знаку Киев. А вправо куда ты пошел? Тут есть дорога? Вправо режем, как ты говорил. Режь-то, я влево говорил. Ага. Есть дорога тут? Да, конечно, что не видишь, по дороге едешь. Ёханы бабай. Дерево. Да. Дерево попали. Думал, просто снег вот этот. Нету так, дороги. Меня такое дерево уже в жизни научило. Да, поэтому поехали. Поэтому назад. Хвостовик я отбил. Подождите, сейчас поедем. Подождите. Да, он вперед нашел дорогу. Я вперед поеду. Не надо, а куда вперед? Там тоже вон дерево лежит. Там еще. Там вон перекол, окоп, видишь впереди? Вон впереди, видишь окоп? Впереди? Да. Такой объезд. То окоп. Окоп? Да, посмотрим.
Но мне кажется, это объезд. От слова объехали, вот дорога. Дорога? Давай по целине пойдем, чтобы было интереснее. О, хорошо идет. Кто-то на лыжах и шел красиво. За лыжни, по следам лыжника. За лыжника. Какого-то лыжника. По следам известного лыжника. Это этот, наверное. Ну это ж лыжец, Игорь Сергеевич. Не, Раиса Сметанина, наверное. Витя, Витя, смотри. Витя. Не-не-не, там куда? Нет. Куда? Витя, куда? Витя, стой. Куда? Стой, там нет дороги. Витя, Витя! Радиатор береги, это же не та машина. Все, застряли. Это не та машина. Ё-моё. Витя. А, мы тащим с собой уже. Застряли, Витя. А, ёлки-палки, стой. Мы бампером зацепили. Зацепили что-то. Серёга, вы... Так, Серёга пошёл. Не такие помогут. Давай, говори куда, вперёд, назад. Давай чуть назад. Блин, как нас оно тащит с собой. Куда? За что? За бампер, да? А ну? Да, смотри, такая веточка. Оп, толкай. А я, давай, ты прыгаешь, а я назад. Нет? Давай. Еще раз. Что там, Сергей? Как раз бампер хоть чуть-чуть порискнуться. О! О! А ну? Какое-то инженерное решение нашел другое, о, да? О! О! Так, ты что ты ньютон, я тебе говорю? Давай! Все, ньютон решил. Ты будешь ньютон, я тебе говорю. А твой? И мой. А? А, вырвали бампер, ты понял? Не получилось там уехать. Вырвали, да? Ну ты видишь, там оно дерево толстое. Да. Вот туда, давай по следам лыжника. Да, тихо, нам бомбят, Руслан, закрывайся. Закрывай. По следам лыжника. Да Жека тоже хочет с нами. Так где он? Ну вон он где. А он не едет сюда? Он не понимает. Так скажи ему. Как я ему скажу, если он... Не, я сейчас выйду, не волнуйся. Жека! Да, дядь? Ну да. Насколько сильно? Полностью. Полностью бампер вырвали? Ну он остался, нет. Ну мы его вырвали в одну сторону. Да. Ой, это ужасно. Пусть бы за нами сюда ехал. Тут посмотри, какая красивая дорога вообще. Да. Что, поехал? Жека! Да поехали, сейчас выйду к нему. Сейчас выпрыгнем эффектно, он офигеть. Он будет этого не ждать. Там есть выезд на танкового. Да не, надо. Или развернись, мы уже вернемся. Русланчик, к нему. Пахнут. Знаешь, чем к нему вернемся? Пассатом пахнет? Пассатом. По четвертым. Красным? Да. Блин, контейнер протаранил. Сугроб. Не пройдет сейчас, наверное. Давай. Быстрее, быстрее. Ёлки, прошел в миллиметре от бровки. Сдаются. Ё-моё, Витя. А вот дорога влево, да? Ну, да, но тут опять дерево лежит. Да, дерево. Давай развернемся просто. Руслан, разворачиваться, пускай эти, ну... Развернувшиеся, да, разворачиваются. Сдавшие назад, да? Сдавшие назад, вот ты правильно говоришь. Слушай, ты все эти слова знаешь, и мне... Ну, это же известное все. А вот, вот место разворота хорошее. А вон дерево лежит. Вот вправо, вправо. Вправо режь. Надо влево нам, да. А, ты развернулся? Все, меня уже вызывают. На 306. Я на танковой. А ты? А я тут и нашел машину до номера. Не хочешь? Ты шо? А какие номера? 3242 номера. Какого-то донора 3242 нашел. Что значит 3242? Не-не, там некачественные запчасти. Ё-моё, тут что-то Витя режет влево. Где ты? Где вы? На втором участке. Мы тоже на второй, застряли, нам надо спасать нас. Кристофер, привет! А на чем ты? На калекасе? Да, на калеке приехали, да. Сейчас мы едем, давай. Ну,
разворачивайся. Обратно, да. Ёхана, Витя, разворачивайся. Криса надо спасать, он на втором участке застрял. Конкретней. Не, Бэху, видишь, номера продиктовал. А он приехал к нам? Да, на втором участке застряли они. Разворачивайся. На втором участке? На втором танковой, надо нам назад. Ну, где-то ближе. Ну, так впереди ли начальница? Ну, ближе к началу, наверное. Ну, так а зачем ты разворачиваться? Так, мы же в другую сторону, это не параллельно, она под углом идет, дорога в сторону уходит. Правда? Ну, конечно. Да как же, вон же это. Или параллельно идет. Но она ж под углом уходит. Я ж тебе поэтому и говорю, что просто это, чтобы мы не терялись. Ну что, может Джека застрять, может мы застрять, потом друг друга тут по лесу искать бегать. Там было пятачок где-то для разворота хороший. Там было, где снега сюда накидать, а? Да, снег был лишним. Блин, Витя идет по беспределу. Осторожно, деревья, видите? Чуть не проехал. Не, далеко не отъезжай назад. Ёханы баба. Надо было вот снегом. Снега, да, снегом. Со снегом переборщили. Дядя, смотри, по нату, вот вытри вот тут. Да. Витя режет к танковой дорогу. Прорезал уже. Без меня развесовка хуже. Но идет. Болт Уберович пошел. Посмотрите, как идет уверенно. Тут снега реально еще сантиметров до 30 местами. Тут выход вниз. Будет интересно сейчас. Давай, можно. Можно, Витя, нормально. Болт Уберович. Давай, Болт Уберович. Пробил новую дорогу. Пробил новую дорогу. Болт Уберович. Болт Уберович беспредельников. Жека, поехали до Криса. Так, все, давайте темп ускорим чуть-чуть. Потому что у нас там люди ждут. Возможно, они в опасности, возможно, с ними дети. Да, да. Держите язык за зубами. Поэтому ее пробивает иногда. Надо отбойники поставить. Да. Надо хорошие резиновые отбойники. Долговечные, оригинальные, советские. С настоящей воронежской резиной. Давай. Или белоцерковской. Ёханы бабай. Сейчас я голову сложу чуть-чуть ниже. Сложи голову. Все, голова готова. Как штатив. Сложи голову, как штатив. Да. Как салфи-палка она зашла так вовнутрь. Ёханы бабай. Где Жека? Наверное, чтобы он не потерялся. Ты видишь его? Где-то едет, есть. А вон впереди. Кто-то моргает впереди. Болт Уберович валит. Летит со своим клиентом. Вызвали такси. Нас вызвали. Днепропетровский поляк вызвал такси. Давай. Добавляй. Включи свет. Да, включу. Я просто его поморгал. Опа. Пробивает зад, надо смотреть. Смотреть, что с задом надо. Да что с задом, пробивает. Так, стой, тут безошибочно надо, чтобы мы не застряли. А чтобы мы не застряли, надо ехать вот сюда. Не факт. Болт Уберович, осторожнее, товарищ. Ёханы, фары потухли, Витя. У меня ключи чуть не повылетали с кармана, блин, с глубокого. 17 и 19. Главное, чтобы зубами не хайджеком не выбило челюсть. Главное, хайджек тут. Все, под ногами у нас.
Хайджек у нас на канале. Хайджек. Блин, кто снега набросал какой-то, да? Да это ужас. Опасность. Сейчас проветриваем помещение, чтобы влажность уменьшить. Влажность уменьшить. Да. Места хорошие, что тут скажешь. О, что-то там дует. Ну, новый руль лучше, да? Да ты что? Понял, я его хоть держать могу. Да, лучше бы пол колеса можно было купить. Я тоже самое говорю, мне 6 тысяч гривен на диске жалко, а 800 гривен за руль. Не, ну так мне комфортнее стало ездить, я лучше без диска буду ездить. Что-то слева мигнуло, мне кажется. Не видел? Слева что-то мигнуло в лесу. Небось, эльфы? Кардан давай найдем, может. Слева опять что-то я видел. А нет. Впереди кто-то. Проветрил. Проветрил. Вытирай дворниками. Йо, пробивает. Стоять. Что такое? Заедем сюда. Куда? Вот сюда. О, стоп, стоп. Кардан вот тут лежит. Вот тут лежит кардан. Ну ты что со своим карданом? Я тебе говорю, я узнал это место. Ну понятно, ну давай я заеду. Мы не заедем сюда. Не заедем? Слышь, а тут должно дерево под наклоном стоять, ветка. А, не, не тут, наверное. Или в следующий. Кто там? Кто это? Застряли? Стой, стой, стой. Подожди. Чуть не перевернулись. Хочу заметить чуть. Сдай назад. Да что назад, давай выйдем пока. Что ты фраер сдал назад? Не помасти я тебе. Тут где-то кардан должен лежать. Вот где-то здесь. О, снег пошел. Ну, белый дельфин. Колготки ты привез мне. Кардан где-то рядом. Где-то, да. А где машина ваша? На легковой. Дерево. Жак отстал. Блин, чуть-чуть осталось до переворота, ты прикинь. Чуть-чуть. Я да. Как-то понял, я только на радостях пацанов пишу, сразу переворачиваю. Как собака. Как собака, сразу же мне пьюзика почитали. И сук в штаны. Кардан где-то здесь. Сейчас я пробую узнать место. А, все, здесь он, пацаны. Вон палка под наклоном мы ставили. Сейчас я вам скажу, где он. Вот здесь где-то лежит, вот тут. Жека, дай лопату. Там от моей лебеды отметка на дереве слева должна быть. Мы не пробьем. Не, лед просто, видишь, не пробьем мы сейчас. Через, да, и земля мерзная. Надо. Но место четкое это. Ну, сбоку где-то. Сейчас я помечу тут. Или камера второй, 2004 год, 56 одного пробега, красный, за 14 тысяч долларов. Прикинь, в Москве, вот вчера выбрали. Ну, Порше за 10 купишь. Польскую бляху, да? Аж второй не купишь. Крис, а поагрегатно перетащить какое-нибудь ведро тоже типа проблема? Да зачем поагрегатно, если ты можешь просто заехать? Границу, через границу сейчас не нашли. Ничего не завезут. Не, ну к примеру там в Польше разобрать и поагрегатно завезти. По подшипникам. Кроме там, кто-то вкладыши заносит, кто-то коленвал. Поагрегатно, если здесь агрегат, ты можешь купить уже за 1000-1500-2000. Ого. Ого, дельфин, а как ты сюда попал, ё-моё? Охренеть вообще. Потому что, ну, вот это я жрю, это ж следы, вот да, на Врангере я выезжал, да. Да? Когда? Ну, давай посмотрим. Ну, когда мы после этой самой ехали. После первого ржища. А, белый дельфин оказался в темноте. Саня, свети, его плохо видно. Ёханы бабай. Да, это внедорожник реальный.
дальше его сюда. А включи ему автоматическую парковку. Что он будет делать? Давай, 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 не тормози. Стой! Зимние шины решают. Опа, а теперь давай раскачку. Не-не-не, давай, блокировка, раскачка. О, оп, а теперь газ. Да он не умеет только, блядь. Да нет, ну Крис, подожди, толкать. Давай назад. Давай, нет, ну давай, ну что, он сам не выйдет. Нет, там дерево сзади. Колеса 19. Хорош! Давай назад попробуем. Там полметра. Чуть-чуть назад. Ну что за шины? Что, забрызгал тебе? Снегом чисти. Еще одна есть? А, не зря говорила, да? А что за шины? Где он взял такие? Диагоналка, да? Подожди, еще назад давай. Чтоб разгончик. Подожди. И под задним правым надо гонщиком сделать. Вот, под задним правым. Подожди, Крис, подожди. А, под задним правым. Нам задним правым нравится все гроб. Да, дождь пошел, как обещали. Давай, вперед. Раз и поехал. Ходом идет. Ходом идет. Ты видел фонари, как в этом? Ну, как Додж. Да не, как он Додж, покруче. Покруче бери, как Роллс-Ройсе. А, вон оно что. Может быть, что угодно. Жека, фары включи. Так что, переворачиваться или нет? Нет. А? Завтра будешь переворачивать. Хорошо. Да, были близки к перевороту. Давай. Такси подъехал. У него на кармане 300 тысяч. Хоть будет она спать. Долларов? Гривен, тоже неплохо. Так давай мы же резину купим. Дельфин слева. Один. Белый дельфин слева параллельным курсом идет. Я думал, он шутит. Смотри, пошел дождь, как обещали. Ё-моё, Витя, осторожно. Витя, осторожно. Витя, береги машину, завтра на оффроуд, Витя! 60 км в час по танкам, а как он такой, а? Это нормально, только съедь чуть левее, чтобы мы не перевернулись. Не-не, Руслан. 60 по танкам. Ёхан, бабай. Осторожно, позвоночник. Ты тихо старичка убил. Витя. Витя! Жека, там вообще как? Подожди, я не сложился. Сложись. Осторожно, тут аварийно опасный участок. Так. Нету. Ритузы чьи-то лежат. Прошлогодние. А зачем же это стекло выглядит нормально? Новыми перчатками? Ты что, ты знаешь, сколько они стоят? Ты знаешь, сколько они стоят на опте? 18 гривен. По 10 я беру.
где-то, да. Ох ты шо, ты вообще вел марафета! Витя. Опасное. Короче, на всей танковой одно место было, где застрять. И я застрял. И ты застрял. И собрал вокруг себя уже лишь-полишь. Да. Это жестко, конечно. Лишь-полишь. Ого. Пробивает зад. Что это? Асфальт. Осторожно, машина, машина, машина. Это с нашим. Нет. Все, спаслись. Так мы быстро назад приехали. БХ-7. Классная тачка. Какой-то свет возле нее, видишь? А? А нет, то вдалеке свет. Руслан, уже один половник. Да. А деребанили. А он нагорел один, он же не работает. Это же БМВ. Вот она, БХ-7, все, мы вернулись. Финиш, подписывайтесь, Витя. Бля, скажи, это номер серьезный. Скажи, да? Что подписывались. Заехал. Бешеный Убер. Обезумевший от оффроуда. А, это то место, где застряли, кстати. БХ ж тут на месте. Жека ключи. Стой! Он ДТП хочет сделать. Жека спасся. О, это интересный маршрут. Это маршрут интересный. Близок был к перевороту, но не получилось. Встречку идет. Нарезает новые траектории на танковой. Где ты видишь его? Витю. Крис, прячься. Расширь, да. Так хорошо. Все. Я спокойно могу попробовать бэху, заводится или нет. Ты нельзя ж, блин, отвлечься. Не, хороший аккумулятор. Бэха заводится. Руслан, я застрял. Давай за бэху цепляй. За бэху? Сейчас вытащим. Не, причем я бы такой, чтобы сам выехать когда. А это ты для каких целей? Это хайджек окрепление. Хайджек вон раз и два, и так вставляется, и все, и болтами затонул. Или... Ну, решение неправильное, ошибочно. Куда вставляется? Ну так вот, фук хайджек, и так хайком затянул. Ну, типа, чтобы перевозить. И я же говорю, это стояночное место, ты стоишь на хайджеке, удобно, комфортно.
руля. Ну порули как работает. Да я уже рулил сколько можно. У меня уже видео есть, я тебе продам недорого. Дайте мне порули. 20 гривен. Там у меня новый пилот есть. Возьми, левее возьми. Ты управляешь мечтой, есть? Посвети, его не видно. Все видно, вставай, ты маленький что ли? Да нет, там уже копнулся. Не по-детски. Рано. Рано. Дворники. 980 гривен. Передние дворники. Сережа. Ну то еще по сравнению с колодками недорого. Сережа. Крису 7 тысяч за колодки сказали. У меня 1000, на станции 7. Сейчас шимми будет, они не знают, что такое шимми, я их только что снега намотала, понял, и в шимми уходила. Саня знает, что такое шимми. Шимми? Саня знает, да, но он же со стажем, и у него колеса, это у кого колеса больше 35, те знают. Не, ну вроде это нет шимми. Нет, подожди. Не, ну. Все, оффроуд завершен. Прыгаем. В Бэху семерку и поехали. Подписывайтесь, делитесь. Всем до встречи. Давайте наберем на этом видео 1000 лайков.